попадалась. Ничего, ты у меня еще попляшешь. Всем привет! Вы на канале Ромарики. Подписывайся на наш канал. Ставь лайки и не забудь про конкурс. Разыгрываем драконов. Подсказка на конкурсное видео в конце этого ролика. А мы начинаем. И сегодня у нас... Сладкий челлендж. Это игра пирог яйцо. Один игрок помещает свое лицо сюда, защищает себя вот этой рукой, нажимая поочередно на эти кнопки. А другой игрок стреляет из пушки вот этими вкусными сливками. Сейчас выберем, кто будет первый. Я зеленый, Лиза красный, а Руслан синий. Выбираем, кто будет первый стрелять. Первый, ой, первый я! Ха-ха, теперь выбираем жертву. Ты жертва. Все, Матвей у нас жертва. Оттягиваем заднюю пимпочку до щелчка, пока у нас впереди не появится этот кружочек. Теперь открываем верхнюю створочку и в это отверстие загружаем сливки. А, какие сливки! Какие сливки! Вау! Защелкиваем. А теперь он выбирает, с какого расстояния он будет стрелять. Итак, это двоечка зеленая. Перемещаем пушку на двоечку и направляем ее на зеленое поле. Матвей одевает очки, потому что эти взбитые сливки очень коварны и любят проникать в глазки. А смыть их очень тяжело, потому что они жирные. Матвей, ты готов? Да. Я готов. Так, Матвей, как ты себя ощущаешь в роли жертвы? Вкусно. Вкусно? Все, Матвей отправляется умываться. А следующий у нас? Я. А стреляет Лизок. Руслан, ты готов? Нет, Руслан, надо на кнопки нажимать. Молодец, Руслан, смотри. И головой попала. Да, ты в голову? В голову я попала. Ну, знаешь, я в голову попала, но тем не менее, смотри, на руку тоже. На руку тоже. Пушка готова. Я готов. Выбираем положение. Двойка голубой. Офигеть! Блин, Лиза, ты так не хотела, чтобы тебе попало, и все равно попало. А я сейчас тебя попаду. Кстати, мне тоже не очень попало. Матвей, а получается, часть немножко сюда попала, а на руке вообще ничего нету, и очень много на твоем лице, иначе. А вторая попытка у Лизы. Руслан, ты готов? Да. Тебе страшно? Да. А, молодец, Руслан! Смотрите, у него уже второе попадание в руку. Руслан, что ты там делаешь? Облизывается. Облизываешь? Последний ход я стреляю в Лизу. Итак, Лиза решила его съесть. Итак, готовы? Есть! Мы изрядно вымазались, использовали кучу салфеток. Наелись кусавших сливков. Ты хочешь такую игру? Напиши в комментариях. Если понравилось, ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Не забудь про конкурс. Сними это видео, выполняй условия. И выигрывай дракончика. Пока! Передаем классный приветик Веронике Класс и огромный приветик Александру П.